Известный актер Алексей Макаров почтил память своей маме. «Я гордился тем, что моя мама такая наикрасивейшая женщина, что ее обожают зрители, и очень любил ее. Подсознательно знал, что если что, она поможет, заступится, защитит. Мне очень важно было это знать. Она была самым родным и близким человеком мне на свете. Светлая память талантливой актрисе Любови Полищук. А вы помните ее роли в кино?»